Маша пошла по сокам, по сокам, по сокам. Даня, ты будешь провожать? Да, с телефона. В наушниках, да? В телефоне? Да. Не, я, конечно, буду провожать без. Вон, видите, царь желает трапезничать. Угу. Смотри, какая длинная. Прикольно? Да. Царь желает трапезничать. Ой. Мама, что творишь? Делаю телевизор новогодний. А. И чуть-чуть эту горядок туда по кругу тоже. Да. Так, раз, два, три. Гирлянда. Я горишь! Ура! Может быть, я с тобой тут рядом? Так, вот я хотел тебе предложить. Да, не хочешь тут. Да. Давай мне. Сейчас, всё. Передам. Чё, да? Я беру. Сейчас всё передам, батя. Нет, предлагайте сюда сесть. Я вот тут сяду. Туда садись, а Даня туда сядет. Поздравление. Он здесь хочет сидеть. Да? Но он согласился дать место туда. Так, он сядет туда, хочешь? Ты сюда. Ну, хочешь, да, давай. Ну, давай. Тогда ладно. Трость, па, я к тебе переезжаю. Туда сбоку сядешь? Давай, садись. Марк, Данечка, а ты вот этот стульчик возьмешь, да? Да, да. Хорошо, давай. Понравился. Не знаю, как грибы лишние, не лишние были бы. Трудно сказать, но это ну так вкусно. Но так вкусно нам. Он мимозу чем-то напоминает, только без рыбы. Только в мимозе лук не зеленый. Не, вкусный, да. Нет, ну вкус своеобразный. Такого не похож он ни на какой другой салат. Или вообще тише сделай. Ну, у кого какой был год, рассказывайте. Сейчас будем провожать старый год. 2018. Все замолчали. Все вспоминают. Ну, было и что-то хорошее, и не очень. Всякие дни бывали, но в целом день, то есть год хороший. Год прошел как день. Как день. Скоро уже как будет. Встал, лег, с Новым годом. Встал, лег, с Новым годом. Нет, у детей, наверное, долго, а у взрослых всегда все летит. У меня быстро, все, у меня очень быстро. Все. Покажи, какое вино пью. Дольче Габбана. 2015 года. Угу. А где разлив и чек? Итак, мы приступили к открыванию подарков. Там было написано открыть в 10 часов. Вот мы с 10 копейками. И открываем. Вот такая большая посылка нам пришла от Деда Мороза. В 10, 20 и 20 минут, короче. От Деда Мороза. Вначале вот это давай. Окей, чтобы увидеть, что там. Интересно. Давай. Вот бумажку и... Не открывай, Даша, не открывай, окей? Хорошо. Давай маме дадим, чтобы она посмотрела. Вот на это и это. Так, открыточка с Новым годом. Листика. Маша, Маша, открой открыточку, посмотри, что там. Ну все, давай дальше. С пожеланиями 365 счастливых дней. Mm-hmm. Так, здесь написано, что это от Деда Мороза из Великого Устюга. И открыть в 22:00. Окей? Окей. Давай. Так, руки бери, пожалуйста. Стеслав. Какой Стеслав? Такой просто сумма. Сумма объявлена. А вы можете, может, вы сюда, подожди, может, сюда принесете, да. Чтобы да. Было ближе? Мам, руку бери. Мама. Да. Мам, посмотри. А что, сумма объявленной ценности. Там это там шаурма. 100 тысяч рублей. 100 тысяч рублей объявленная ценность. 100 тысяч рублей? Да. О, а не долларов, нет? 100 тысяч рублей. Фига себе. Открывай. Ну-ка. Вот. Шаурма. Давай. Тихо. Так. Так, все. Даже, ну не дай. Ну чё ты? Что ты? Да мне интересно. Мне тоже интересно, подожди. Смотри, да. Так, все. Так, тише. Вижу, что-то уже вижу. Да. Так, тише, вижу, что-то уже вижу. Ну-ка, тихо. Подожди. Да чё ты, подожди.
Маша! Маша! Иди, скорее. Маша! Маша, Маша, на. Так, Маша. Маша, ты сюда иди. Маша, ты что-то черный. Маша, Маша, Маша. Подождите. Подожди, ты сам. Все. Так, ну подожди, давайте Маша посмотрит. Давай, давай, давай. Давай, все, открывай. Маша. Что это, Маша? Ну, можешь не открывать, посмотри, что это? Конфеты. Конфетки. Ну, открывай тогда. Открывать или не открывать? Открывай. Интересно. Так, все, все. А с чем конфетки, подожди? С клюквой и яблоком. Тише, тише, тише. Подожди, ну, подожди. Женя! Женя! Женя, 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 Женя! Ура, Женя! Так, так. А, вот, открывай, открывай. Подожди, Рафаэлка. Открывай, Маша. Женя, Женя, Женя. Хорошо. Наверное, тут на 100 тысяч рублей конфеты. Дань, да. Ты же мечтала конфеты. Нет, я мечтала конфеты. Ты представляешь, на весь год. Да. Весь ящик конфет. Да нет, я не... А чем мы это скрываем? Ну, там внутри знаю. Может это быть? Не, ну, не знаю. Окей, давай дальше. Окей. Конфетки, давай, чтобы посмотреть. Маша тоже что-то есть. Даня. О, так. Осики. Даня. Это обыкновенная шоколадка. Так, покажи. Бабушки, бабушки, бабушки. О, бабушки, бабушки, вот, передайте бабушке. Так что ты можешь, что у бабушки может... Даня, подожди. Даня, какая шоколадка? Бабушки, шоколадка. Обалдеть. Что там бабушки, что приклеено там, что у нее? Бабушки, ой, написано как элитный. То, что элитные я люблю. Бабушки. Элитные бабушки. Все, давай. Да. Не, ну подожди, да. Сейчас я... Может, ты приклеено будет шоколадки. А что там? Там приклеено? Бабайский. Я так люблю бабайский. А тут, подождите, тут же еще. Ой, боже мой, тут подождите. Тут... Ой. С ума сойти. Что там? Ишь, не понял. Скажи мне. Нет, я сейчас открою, ладно. Что там, что там? Что там, что там? Быстро. 5 тысяч долларов. Долларов? Это Дед Мороз подарил, ну, да. Ну, понятно. Раз. Следующее, что, да. Похлопаем, похлопаем. Все, открыл бабушке джекпот. Так, дальше. У нас слушайте, пока конфеты. Джекпот, слышите? Ну, у нас-то пока конфеты просто. Дед Мороз пока нам что-то только одни конфеты. Наверное, бабушка больше всего трудилась в году. Даня. Тут что-то Даня, большая коробка. О, смотри. Так, так. На потом. Нет, Даня. Открывай. Открывай, открывай, открывай. Только аккуратно разрезай. Я не умею аккуратно разрезать. Подождите. Ничего себе, Даня. Ну, Дед Мороз. Ну, что там, Даня? А, колонка! Ничего, неужели колонка? Колонка! Да не, Дед Мороз не мог подарить. Мог! Колонка! Яху! Ну, значит, ты у Деда Мороза допросился. Даня, оригинальная? Да, 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 оригинальная. Оригинальная, да? Да, да. Вот это крутяк! Так, как я теперь отсюда снять? Думаю. Помочь? Давай, помогай. На раз, на два. Я имею потом. Сейчас посмотрим. Вау! О, ничего себе! Ну, открывай! Открывай! Вот давай. Это мы сейчас будем... Машунь, можно в сторону? Вот встань, пожалуйста, сюда, Маш. Сейчас, мы вот тут срежем. Сейчас будем музыку гонять всю ночь. Ну да, а как я снилась буквально. Да. Вау. Так. Вау, нифига себе. Ух ты. Ой. Что это? А что? А что это? Дядя, ты хорошо себя вел в этом году? И купил такую кока-колу. Данечка, это, наверное, ты сегодня жалел кока-колу мне, и Дед Мороз положил тебе кока-колу и конфету. Вот это да! Ага, документация есть. Так это, наверное, кока-коле документация. Ага, и зарядный шнур. Ну, зашибись, да, тоже хорошо. Похлопаем, похлопаем. Отлично, так, поехали дальше. Так, сейчас. Это намек, Дань, жадничать нельзя, кока-колы. Нет. Была а ты знаешь, Дед Мороз, может, испарил колонку? Да, тебе что-то задание. Да. Открывай. Еще одно. Что ж Дед Мороз хотел-то? Прием. Так уж тут мне даже есть. Фига себе. Как это открыть? Кто так упаковывает?
Дед Мороз? Мороз. Зачем? С Снегурочкой. Это неудобно. С бабушкой Жирой. Что это? Раз. Что это такое? Два. А что это? Что это? Три, не знаю сам. Четыре. Что это? С Новым годом. Что это? А что там открыл? Подожди, ты открой. Вот это бриллианты. Вау, деньги! Вот и тебе джекпот. 1500, да? Ну, еще что? А в той коробочке что? Киндер. А это что такое? Смарт-пен. Что такое? Это тушь. Ну, умная ручка. Умная ручка? Дед Мороз рассказывал. Посмотри. Она пишет, она светит, и она как подставка под телефон. Подставка под телефон, да, а как она? Да, она сгибается так. Тебе так Дед Мороз сказал? Да. Серьезно? Ну-ка покажи, как она сгибается, покажи. И туда можно поставить телефон? Да. Хорошо, дальше. Так подожди, а подставку под телефон? А вот подставка под телефон. Это отдельно еще с подставкой. А я думала, это ручка подставка под телефон. Вот, это тоже, это подставка. Давай дальше. И подставка под телефон. Давай, Сережа. А не легче просто это все вынуть? Нет, не интересно. Так лучше подкопаться. Да. Ну-ка, что папе? Дед Мороз с приколом в этом году. Салют. Ничего. Это не салют. Что там? Это помпа для воды. А, я даже знаю, у папы болит спина, наверное, чтобы он не ставил баки, то ему Дед Мороз принес помпу. Точно, крутяк. Видишь, Дед Мороз все видит. И что кока-кола, и что помпа. Что-то. Так. Ну-ка, Танюш, помоги мне. Как? Чем? Это тоже папе? Да. Что это? Что это такое? А, это футболки. Футболочки. Футболки здесь с ними не бывают. Да. Отлично. Ну что ты? Тише. Вон, видишь, Маша. Так, Маша, давай, на. На тебе. Тяжелый. Машу, не иди сюда. Что это? А! Ну что ты? Пусть Маша уже это раскроет. Что я-то? Я ничего, ты что? Да. Бери свою ручку, пока прибирай. Так, что, Маша? О, краска, что тут? Подожди, краска, узоры в стиле хиппи. Хиппи? Маша, ты хиппи у нас? Так вот и какой, как твой стиль называется. Классно. Так, тут у тебя что? Тоже 1500. Круто! Ура, 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 ура. Так, ну, Маша, дал в свою копилочку, да, Маш? У тебя же есть копилка. О! Книга «Лучший подарок». Корейско-русский словарь. Или русско-корейский. И то, и то. Маша нас любит по-корейски говорить. Ну-ка скажи, Маш, по-корейски спасибо. Ну, спасибо, ты не знаешь по-корейски? Знаю. Ну, скажи. Кумаойо. Молодец. Да, это еще не все. Киндер. Что это? Ну, тише. Ну, что ты тише? Это можно было? Да, все складывай. И конфетки свои складывай. Все складывай. Что, можно? Ну, блин. Все? Нет, ну сейчас Маша сложит. Так, следующий подарок написано Жене. Да. Так. Так, ну, посмотрим. Так. Так, что же там? Что же? О, что ух это? Ух ты, это био-спа-шампунь. Для сухих, окрашенных и поврежденных волос. Отлично. Классно. Угу. Да, написано. Израиль. Израиль, ну ладно. Так, что там еще? Футболка. Что это? Нет, новый мир для вышивки. Для вышивки. В наборе канвас с цветной схемой. Мне вышивка? Классно. Смотри, новая вышивка. Кстати, цвета, смотри, какие красивые. Голубые.
И как я люблю, прямо на конве все есть. Вот такая вышивка будет. Красивая. Лошади, бегущие по морю. Но тут он темновато. Ну, понятно, что, что это именно цвета, чтобы вышивать, надо будет смотреть. Ну, это понятно, да. Вон цвета, видишь? Вот, вот эта гамма. Я очень красиво. Спасибо большое Деду Морозу. Отлично. Классно вообще. Я как раз закончила до этот окно в море. Так, давайте следующий подарок. Так. Следующий подарок. Маше. Маше, 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 Маше. Так, давай, держи, Мам. Чешные конфеты. Так, ну-ка, покажи, Маш, на камеру. Конфетки. Маша, я говорю, у вас будет очень сладкая жизнь. Да. Мария, а одни конфетки? А я все открываю. Интересно, что там? Дай моей Маше ножницу. А я их вот и забрала. Ты, Маша, наверное, конфетки просила-то. Что же Маша за конфетки? Марсианка. Кстати, это вкусные конфеты. Да, вкусные. Ты мне дарил такие. Да. Я просто знаю, что дарить. Да. С кокосом. Ты любишь, Маш, как с кокосом? А это чего? Это Данину чего-то. Сюда давай. Даня тут что-то напихала. Деньги, конфеты, все подряд. Так, ну пускай сама откроет, посмотрит, какая конфетка. Да, меня угостишь, Маш? Конечно. На. Давай, достань конфетку-то, угости меня, папу. Угости давай. О-о-о! Бабушку. Что там? Ну что, конфеты она, там? Нифига себе, что это? Паш, покажи. А6, Samsung. А, это то, что ты хотела. Офигеть. Ножницы. Ножницы купить? Ну, пожалуйста. Так. Что ж, не можно с кустом открыть? Да еще там тоже, мне кажется, а там конфеты. А там конфеты, да? Может, в этом году Дед Мороз приколист? Приколист, да. Помочь? Mm. Че, телефон или конфеты? Не конфеты? Телефон, телефон. А, телефон, телефон, телефон. Круто, 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 круто. Ну-ка покажи Galaxy, как ты хотела. Galaxy A6. Да. Samsung. Ну ладно, потом уже. Кстати, давай ты черный же хотела? Давайте, да. Да. Так, что давайте ты? Дальше. Давай. Дане давай теперь. Да, он не хочет, не будет, спорим. А это кому? А это какая-то... Что это такое? Это карандаши ставить, я знаю. Что это какая-то фигня. Ну-ка, скрываем, скрываем, скрываем. Для фломастеров. Что это такое, непонятно. На, скрой. Наверняка для фломастеров, да? Я не вижу отсюда. А нет, это какой-то термос. Термос, что ли? Ну-ка, не пойму. Вам не подписано, кому чего. Я не помню, что такое. Термос, точно. Телефон, Маш, доставай, сейчас будешь же это все. Колонка все-таки есть. Видишь, Дань, а что это такое было? Дед Мороз приколист? Приколист? Нифига себе. Смотри, смотри, короче, смотри. Так, ну скажи, это колонка-то, которую ты хотел? Да, да, смотри, короче, смотри. Сейчас. Та модель? Да, да, смотри. А провода где? Там, смотри, берем. Ничего не было. Ничего не было. Ничего не было. Да, да, да. Давай. Хорошо. Давай, дубль два. Дубль два, да. Ой, а что Дане подарил Дед Мороз? Открывай. О, колонка. Колонка, крутяк. Все, что ли? Это та колонка, которую ты хотел за 11 тысяч, да? Да, за 11 тысяч. Именно ту модель? Да. Там... Второе дно. Я не могу просто отойти, это мама должна сама второе дно вскрыть. Там какое-то потайное дно второе. Ой, смотрите, снега-то, снега. Снега, да, снег хоть холодный, у меня руки замерзли все. Да. Там ледышки. Знаете, снег и мишура, и что? Да. Ну что это такое? Там второе дно. О, Женя написано. Ха-ха! Круто. И как это доставать? Ой. Ну-ка, ну-ка. Что-то какое-то громадное. Что это такое вообще? Не подъем. О, что это? Телевизор, что ли? Компьютер, компьютер. Компьютер? Да. 100 тысяч рублей компьютер. Точно. Давайте маме ножницы скорее. Вот.
Что же там? Это что такое здесь было? Я включила. Ну как, такие басы. Нифига себе. Подожди, дайте мне мой телефон, мне нужен блютуз. Маш, ты телефон доставай, сейчас будешь это. Подожди, подожди, дайте посмотрим, что там, мне интересно, что внутри. Мне интересно. Конфет куча. А, ну да, конфет. Куча конфет. Прости, я большая, и поэтому мне прислали такой ящичек конфет. Все ящик мандаринов. Ящик мандаринов. А, кстати, из какого, в каком-то мультике было. А, нашли, я помню. Чебурашку, нашли ящики мандарин. Ща, подожди. Все, сейчас, я вижу, подожди. Что это. Что это? Это то, что я хотела, моя мечта осуществилась. Это что это такое? Это робот-пылесос, который облегчит мне работу. А, наверное. Правда? Если папа... Ой, сори, я хотела тоже купить, и так и не купила. Если папа мне не покупал, Дед Мороз мне купил. Дед Мороз, да, он все знает. Да. Его не обманешь. Если, конечно, Дед Мороз не прикольнулся, сейчас не будет внутри тапочки. Да. Боже, ну как это делать? Тапочка, может быть, какой-нибудь плед быть? Да, может быть, плед. Как это здорово. Я робот. Вот. Да подожди, еще неизвестно, что там внутри. Вдруг там... О-ху-ху! Не то. Круто. Робот. Румба. Так, а как это открывается? 3000. Офигеть. Я понимаю, почему Дед Мороз не успевает ходить по домам. Потому что столько запаковывать. Да. Вообще. Так. Кто там? Нет, нет, все-таки там пылесос. О! Офигеть. Нет, покажите мне, глаз. Пылесос, реально. Мама, мама, пылесос. Да. Самое главное. Вот. Ух ты. Ножки. Кстати, iRobot — это американская компания. И он это преодолевает. Да, он офигенный вообще. Мама, куда ты? Я сейчас приду. Ничего себе. А тут что? Я пока не слышал про эти роботы. А это база? У него есть база? Да, это база. Ничего себе. Так вот что-то... Я не знаю, как его надо делать, поэтому я боюсь его испортить. Ну, давайте потом уже, наверное, сейчас будем. Да. Нет, потом. Сейчас, что? Так, но это еще не все. Подождите, конечно, это еще и все подарки. А где еще? А сейчас будут. Ух ты. Так, можно, подожди, вначале еще я? Значит, так. Ну, я вообще считаю, что Дед Мороз... Такие подарки сделал. Так, дай я посмотрю твой телефончик. Ты пустил уже его, нет? Нет еще. Нет еще? Вау, ты такой хотела, да? Да. Машунечка, это тебе от меня. Самсунг, офигеть, круто. Это тебе от меня. Вау. Чупа-чупсы ты любишь, а от меня тебе мини-чупа-чупсы. Смотри, они, чтобы не портить зубы, маленькие чупа-чупсы. Да. Их тут много. На. И смотри, спасибо. Твоя тема любимая, корейская. Так, потом у меня еще есть папе. Где я еще? Ой, правда, что за? Поделка что-то нашла. Так, сейчас я ну, давай. Возьму. Это уже не от Деда Мороза, это уже от нас. Свои платки здесь? Ищи давай. Ой, открывай. Конечно, я хотела другой, но ты говоришь, что ты только такой приемлешь, поэтому такой. Что это? Доставай. Носовой платок? Да. Ага, это чехол. Просто твой чехол желтый. Да. И я поэтому решила тебе подарить чехол. Но я хотела, конечно, бы с рисунком, но ты говоришь, что ты любишь только, чтобы был виден твой телефон, поэтому да, это... Да, мой телефон должен быть виден. Это круто, спасибо большое. Классно. Он будет хотя бы белый и не желтый. Да, почему-то же пожелтел у меня. Угу. Класс. Супер. Я, кстати, проверяла, все дырочки сходятся. Отлично. Это шикардосно. Так, ну а это так. Открывай. Ну да, практично. Это тебе на дачу. А то на даче у тебя какие-то рваные штаны. Как по... Ну так. А это тебе для дачи. Ну, как это? Ну дома жарко тебе в них ходить. Шорты не нашла. Поэтому. Ну на даче будешь ходить, что траву тебе? Косить. Как трогать? Ну а что? Таких? А что? Даля, ты где? Это очень модно, нет.
я буду носить на улицу. В общем, да, потом померишь по размеру. Ладно. Ну, не знаю, супер. Где. Где-нибудь мам. Будешь. Спасибочки большое. А это тебе от меня. Так, теперь Маша. Еще что-то мне. Я надеюсь, что тебе понравится. Я сама все выбирала. Печеньки с пожеланиями. Открывай. Спасибо. А что там? Открывай. Деньги там будут? Нет. А что это? Какие-то странные. Что это за печеньки? Открывай. Нет, ну... Я у всех мысли схожи, как будто это мороза. Первое твое. Господи, откуда вы там все тащите? Да, первое твое. Подожди, давай, накрой. Ничего себе. А ты говорила, будет лето. Посмотри. Ну, сейчас я говорю. Little Moon, My Space, Моя Галактика, Маленькая Луна, Кис. А внутри... Маленький сюрприз. Маленький сюрприз? Маленький сюрприз. Что тут? Ничего себе. Чего там? Вынимай. Ну чего там? О! Ничего себе. Что это? Какая красота. Это сережки. Обалдеть. Слушай, это очень красивые сережки. Ничего себе. Так, Маш, говори, где ты их взяла? Секрет. Так, ничего себе. Вот это да. Так. Английский замочек. Вот это круто. Угу. Ну хорошо, давайте одену. Одевай. Я сама выбирала. Я надеюсь, тебе понравится. Угу. Мне очень нравится. Молодец, Маша. Выбрала красивая. Так, все ли что-то еще есть? Нет, еще. Да. Еще есть? Да. Давай я папе, да, вначале? Так, папа. Давай сниму тебя. Папулечка, папочка. Вот на тебе подарочек. Давай. Стой, один пусть откроет. Ух ты. Это маленький. Ну да. Да. Кофе арабика. Да. Кофе я очень люблю. Маш, покажи. Крупный. Спасибо за это. Мама, да. Отлично. Вот, да. Красота? Да. Сейчас, подожди. Сейчас, Данил. Классно вообще, Данил. Спасибо. Серёж, смотри. Ух ты. Кстати, у меня сейчас синее очень, платье. Да, 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 очень красиво. Прикольно. Все, дари. Так. На, тебе. Рафаэлка. Как же я люблю Новый год. У меня будет до 8 марта или до какого там следующего праздника. Они решили вкусное. Папе, что ли? Я очень люблю Рафаэлку. Очень. Молодец. Я уже который раз говорю, Даня, спасибо, молодец. Данюшечка. Это не все. Как не все? Это не все. Ну, ничего себе. Прятаем в шкаф. А? Это тебе от меня. Это тебе от меня? Да. Вау! Да, она маме подарила, а это платье. А что это такое? Да, не платье маме. Еще ты, еще, помнишь? Что такое? Снимай. Кружка? Нет, ты смотри, что это. Это не просто кружка. А что это? Это не доставай, кружка. Доставай. Это целый агрегат. Как агрегат? Открывай ее. Сверху. Ну, это чтобы это, помыть ее надо. Нажимаем кнопочку. А что это? Это чтобы перемешивать. Кладешь туда, допустим, молоко и воду, допустим. Нажимаешь на кнопочку, оно перемешивает все быстро. Или цикорий. Или кофе. Ух ты! Не нужна ложка. Это на работу тебе Маша взяла. Но ну, она на самом деле, они пробовали, она не пахнет там, ее надо помыть. Да. И, кстати, написано, что пластик тут нормальный, ну, угу. То есть это надо помыть ее. Вот написано, смотри, значит, корпус из нержавеющей стали термостойкого пластика. Ой. Не бьет, не нержавеет, только надо прикручивать и так. Да, Машенька, спасибо так, большое. Так, держите кто-нибудь. Класс. Это вот не все. Вещи. А если закрыть, то она как термос, тепло сохраняет. Отлично, классная штукенция. Мне очень понравилось. О, Леня выступает. Так, все, нет? Нет, нет, не все. Еще не все? Еще не все. Даню завещу. Что такое? Дань? Что? Это тебе от меня. О, спасибо. Открой. О. Что там? Киндер-сюрприз машинка. Класс, давай 5, молодец. Что-то? Маша, молодец, всем сделала подарки. Класс, да, Маша, молодец. Синяя моя, я сюда положу.
Ну и последнее. Дайте ножницы, пожалуйста. Так, последнее. Вот. Еще один ящик. Это тетя Галя. Вот. Ой, конфеты. Ничего себе. Конфетки. Это не просто еще. Классные. А вот это... Ой, а что-то она туда положила этот пакетик, а что-то вернулось. Это такой кекс рождественский. Она говорит, что очень вкусный. Мясок. И с мясом? Срок? Нет, это сухофрукты. Говорит, мед, срок, наверное. Срок действия 10 дней. А сделано, когда мы с ней встречались? Вчера, позавчера. Угу. Вот. Ну, отлично, очень хорошо. Классно, попробуем. Так, ну все. Ну все, у нас куча подарков вообще. Гора. Ничего себе. Ну, в общем, сейчас мы еще покушаем. Все разбежались сейчас... открывать подарки. Сейчас мы покушаем, а потом посмотрим робот-пылесос. Маша уже, наверное, загрузит свой этот... Понимаешь, Маза RX-5. Вот это, видишь, а Галя, наверное, будет слушать колонку. Так что все, мы все довольны. Ура! Спасибо вам большое. Да. Очень... Спасибо, 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 Дед Мороз. Спасибо, спасибо, спасибо. Нет. Так, куда положить это?